Всем привет! Меня зовут Саша, я эдитор канала «Мастерская настроения». Сейчас Антон просто открывает свой рот под мой голос, чтобы вы поняли, что сам Антон звучит совершенно иначе. Всем привет! Я Александр Крупиневич, и я выгляжу вот так. Хотя, наверное, не так важно, как я выгляжу. Намного важнее, как я говорю. А говорить я могу спокойно, романтично, информационно, деловито и активно драйвово. Всем привет! Меня зовут Саша, я эдитор канала «Мастерская настроения». Сейчас Антон просто открывает свой рот под мой голос, чтобы вы поняли, что сам Антон звучит совершенно иначе.